Я думаю, что никто не станет спорить с расхожим утверждением, образно говоря, женщины – цветы жизни. Ну, вообще-то, от них никакой больше пользы и нет, кроме как создавать приятную картинку и хорошо пахнуть. Ну, раз уж призвание женщин украшает наше скупое мужское существование, оставим им право на реализацию этой привилегии. Если цветов много, то это букет. Сегодня букет в бриллиант-баре. Самому известному, самому авторитетному, самому старому, ну и просто самому модельному харьковскому агентству Nika Models 20 лет. 20 лет. Как они мудро все придумали, но каждый жест, каждый шаг женщины наполнен скрытым глубоким смыслом. Ну конечно, куда еще они позвали бы гостей, кроме как в бриллиант-бар? Тебе не страшно признаваться вот в этой дате вообще? Пока я со своими друзьями на эту тему не разговаривала, мне было не страшно. А вот когда я приглашала на это мероприятие, у всех был такой вопрос: Яна, 20, боже, тогда сколько тебе? Я говорила, а мне тоже 20, нормально. А мне 30. Правильно. Nika Models – это все-таки флагман модной индустрии Украины. Мы сегодня решили сделать не какую-то пафосную такую вечеринку, а душевную, семейную, где все друг друга увидят, где можно потрогать, пофотографироваться. Ну, вроде все проходит нормально. Сегодня поздравляю Nika Models. Хорошая дата, взрослая дата, 20 лет. Моя дочь с этим агентством 18 лет. Я привела Владу, когда ей было всего 4 года. С большими победами, иногда с провалами. По-разному, но это интересно. А где она сейчас? Она в Германии. Все равно, наверное, самое главное – это быть агентством, да? Создавать букинг вот для моделей. Последний год это просто фейерверк. У меня такое количество моделей, покоряющих мир, что я просто безумно счастлива, реально. Второе дыхание сейчас у Nika Models. Самая успешная у нас Влада Саульченкова. Маша Тельная продолжает работать. И очень много новых звезд, которые сегодня начали покорять подиумы мира. А где она работала, с какими брендами, может быть? Расскажите, даже интересно. Влада посетила у нас Соединенные Штаты Америки. Она работает на самом деле по всему миру, с очень крупными компаниями. Является лицом компании Игорь Вебер. На протяжении 6 лет, по-моему, она с ними работает. Том Тейлор скоро вот появится в рекламных роликах. У нее весь март и уже апрель расписаны. Делаете сегодня? У нас лето, сильная работа, конкурс, клуб, концерт, много мировых артистов. А зима, вечеринку устроим, Украина, Россия, даже в Европе. И мы здесь, потому что Nika Models, мы уже 12 лет дружим. Во-первых, ты мама двух детей. И во-вторых, ты выглядишь просто как 18-летний подросток. Еще один год добавился в копилочку Nika Models. Да. Что за этот год произошло, чего достигли? Я себя проявляю в первую очередь как букер. Девочки летают практически везде, по всем странам, и в Европу, и в Азию. Ну и, конечно же, я тоже еще работаю. Я была в Германии, я была в Греции, я еду еще в Китай. Родители часто испытывают определенные проблемы, то есть в том плане, что они не доверяют модельным агентствам. Что можно в этом плане сказать о Nika Models? За 20 лет
ни одного повода для того, чтобы не доверять и как-то плохо думать. Мои внуки все малахитовые. Моя внучка средняя сегодня модель этого агентства. Я знаю философию этого агентства и абсолютно доверяю. Can you say about true model? A lot was Nikki model. They are very professional. We organize a lot of competition. Really, they are very professional. We done and it was very good. And it is good advertising for Egypt, for another country, and also good opportunity for another girl to be famous. Эти 20 лет они представляют действительно лицо самого красивого города, самой хорошей страны. Да, наши модели, харьковские девчонки, представляются на больших подиумах. Это и Dior, и Givenchy, вы знаете, Маша сегодня в зале. Nika Models действительно это квинтэссенция красоты в нашем городе. Откуда ты? Из какого клуба? Аура, клуб Кемер. Да, я диджей там. Аура — это самый известный и популярный клуб из туристского региона Анталия. Это самый большой клуб. Можно ли сказать, что модель — это тот человек, с которым мужчина может проснуться и быть спокоен? Я знаю многих моделей, которые создали прекрасные семьи, когда доказали самой себе, своей маме, своим подругам, и они сосредоточились на семье. Я считаю, что, конечно, да, почему нет? Модель. В первую очередь, думаю, должна быть умной, потому что самое главное – это правильно соображать, что она делает, и правильно реагировать. Умные девочки чужие вещи в руки не берут. Микрофон остается только у ведущего. У каждого времени свой типаж определенный, да, модельный. Вот сейчас какие модели наши пользуются спросом? А типаж всегда одинаковый, красивый на самом деле. То есть бывает такое, что арт-модели модные, но в любом случае красивый профиль, красивое лицо всегда актуально.